Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть Silent Hill 2, мы по-прежнему находимся в альтернативном госпитале Брукхейвен. Последней серии мы здесь завтыкали, но сейчас я понял, что нам делать, я подошел на втором этаже к этой странной скульптуре, здесь, помимо прочего, оказалось еще, что ключ от подвала у нас есть. Давайте я вам его покажу, вот такой вот он. Здесь лежала батарейка и вот этот самый ключик. Я его не взял, за это пришлось нарезать кругаля. Но теперь мы можем двигаться, сами знаете куда. Я не думаю, что там будет что-то хорошее, потому что вы слышали какие там звуки. Если смотрели, конечно же, предыдущую серию. Сейчас посмотрим. Так, это нам получается... Куда пилить? По-моему, на третий этаж. И с третьего этажа спуститься вниз. Вот как. Хорошо, пойдем в лифт. Последний раз, когда мы спускались в этот подвал, там кто-то истошно плакал. Это было очень неприятно. Ну и кроме прочего, Мария куда-то пропала. Она лежала там, ей нехорошо стало. Когда мы сюда пришли, мы обнаружили пустые склянки медицинские. А ее нет. Не знаю. Странная какая-то девушка, надо сказать. Так, и сейчас мы пилим до самого низу. Давайте сохранимся. А здесь забавно так сохраняется с каким-то багом, опять же. Silent Hill 2, ты хоть где-нибудь нормально работаешь? Ну, кроме PlayStation 2, естественно. Так, вот оно. Приготовьтесь, сейчас явно будет что-то нехорошее. Давайте перезарядимся. Патронов маловато, конечно. Да ладно. О, какие приятные звуки. Что, пойдем? Я использовал ключ от подвала. Здесь какой-то шкаф. Так, его можно подвинуть. Офигеть. Ну, в принципе, это в духе серии, так что нечему удивляться. Патроны к шотгану. Хорошо. Что еще? Вроде Джеймс больше никуда не смотрит, так что... Хотя... Наверняка что-нибудь пропустил. Джеймс. Мэри? Мэри. А, Мария, это ты. Я думала, ты... Вернее, думал, ты. Извини. Ну, я рад, что ты жива, как бы там ни было. Как бы там ни было? Что ты имеешь в виду? Ты не очень рад меня видеть. Меня там чуть не убили. Почему ты не пытался спасти меня? Все, что тебя волнует, это твоя мертвая жена. Мне так в жизни не было страшно. Меньше ты обо мне не мог волноваться, верно? Нет, ну я просто... Так останься со мной. Не покидай меня. Ты же должен обо мне заботиться. Так что насчет Лауры? Ты нашел ее? Да, но она убежала. Нужно найти ее. Ты правда о ней заботишься? Ты ее знаешь? Никогда не встречала. Мне просто жаль ее. Она такая одинокая. По какой-то причине. Вроде как я должна ее защищать, такое чувство. Так, Мария, ты опять со мной. С одной стороны, конечно, ты страшная, головная боль, потому что ты постоянно, как я не зайду в какое-нибудь помещение, ты там стоишь молча и смотришь на меня, это страшно. С другой стороны, вдвоем не так страшно. Пойдем. Так, это, похоже, тот самый подвал в подвале, где... А автору записки было очень страшно. Так, я подобрал кольцо. Копер.
Это медь, по-моему, медная. Хорошо. И куда оно нам? Большое колечко-то. У меня нет места. Ой, у меня нет карты этого места. Так, давайте посмотрим. Ну, какое-то странное кольцо. Куда его можно применить? Окей. Я просто не припомню там мест, куда можно было бы что-то такое использовать. Хорошо, пойдем назад, похоже. Колечко, это все. Подожди, а что за кровь тут вообще? Так, ну окей, тогда мы, я не знаю, выходим. Ой, опять эти звуки. Самое приятное, что мы не встретились с тем, что там находится за углом. И это, насколько я понимаю, лифт. То есть мы, если приедем на лифте, то с этой стороны выйдем, или мне кажется? А нет, лифт тут вообще в другом месте. Это электрокомната. Ну хорошо, валим отсюда побыстрее. Ух, какая пакость, аж передергивает. Так, хорошо, давайте думать, куда мы можем применить это кольцо. Что у нас вообще есть в рюкзаке? У нас есть батарейка. У нас есть кольцо. Все, больше у нас нет ничего. Это хорошо, я люблю ясность в таких делах. Со второго этажа мы не попадаем. Сейчас мы идем на третий, сохраняемся по дороге, потому что, что-то я так думаю, скоро будет что-то совсем нехорошее. Но вообще спокойно, да, мы уже как бы почистили здесь все, поэтому более-менее так терпимо. Окей. Так, здесь у нас склад. Да нет тут ничего вообще. Шут его знает. Ну пойдем. Может мне стоит зайти в третью камеру? Мэри уже не хочет тут лежать. Что нет. А знаете, подождите, у нас же... Так, это где было? То самое место, где мы начали эту серию. Это, по-моему, на втором этаже были палаты под номером М. Ну, вернее, не номер, а порядковая буква. М6, по-моему, что ли? Пойдем туда. Может быть, туда нужно применить это кольцо. Так, второй этаж. Или первый? Нет, второй. Какого черта? Привет всем! Спасибо, что настроились на нашу волну. Добро пожаловать. Трик от Трет. Это, похоже, викторина какая-то. Ответь правильно на вопросы и выиграй приз. Или провали и получи наказание. Все зависит от тебя. Сегодня наш игрок счастливый, или я могу сказать несчастливый, Джеймс Сандерленд. Ты готов поиграть в три? В три. Первый вопрос. Мерри-го-раунд, дом с привидениями, американские горки. Silent Hill, в общем, это город, в котором есть парк, который любят и дети, и взрослые. Как называется Fantasyland? Silent Hill Amusement Park. Третья, Lakeside Amusement Park. Второй вопрос. Несколько лет назад в Silent Hill произошло серьезное убийство брата и сестра, играли на дороге, когда их атаковали и порубили на кусочки топором.
Раздавленные кости, распоротая плоть, разлитая кровь, и, наконец, какая ужасная трагедия. Какой ужасный конец таким невинным жизням. Так вопрос, каково было имя убийцы? 1. Уолтер Салливан. 2. Скотт Фэрбэнкс. 3. Эрик Гэйм. Третий и последний вопрос. На юге есть жилой район, который ото всех отбит, короче, и как он называется? Вернее, как дорога к нему называется. Бахман дорога, дорога Рэндалл и 3. Нейтан Авеню. Если знаете ответы, направляйтесь в третий этаж. Это, короче, там холодильник, где стоит. Ладно, пока, увидимся еще. Так, ну первый вопрос это... Странно это все было. Что это было? Да, это было и правда странно. Так, а мы вот сюда идем, да? Ну, давайте попробуем ответить. Блин, а если неправильно? Я насчет последнего не уверен. В первом случае был виноват Уолтерс, вернее... Так, ну сейчас, в общем. Открыть. А, сначала на третий этаж. А потом... Не можешь открыть? Да. Помоги мне. Ты же должен быть здоровяком. Как такая хрупкая девушка, как ей тебе поможет? Это что? Не очень красиво, верно? Джеймс, возьми. Спасибо. Еще одно кольцо. Так, нам нужно на третий этаж, судя по всему, потому что... Блин, ты посмотри. Это было странно, но я вроде как знаю ответ. А третий, конечно, мне придется отвечать практически наугад, потому что я сейчас карту города посмотреть не могу. Это печалит меня очень сильно. Но это прикольно, мне прям охота поотвечать на эти вопросы. Тихо. Нет, показалось. Ладно, третий этаж. Куда он мне искал? Я просто думал, что вот сюда куда-то, к этому холодильнику, на самом деле нет. Где-то на третьем этаже, в общем, сейчас мы все обыщем. Мне кажется, сторрум. Хотя сейчас вот с 11 все проверим. Почему бы и нет? Надо было слушать внимательнее. Так, это не то. Все-таки мне кажется, что это склад. Так, третий это где Мария была, так что я не думаю, что там будет что-то хорошее, но мы на всякий случай зайдем еще разок. Nope. Ёлка, что ли, нарисована? Ну, ладно, это похоже просто. Так, вот и оно. Сейчас мы можем крупно нафейлиться. Так, вопрос первый. Вариант... Блин, надо было запомнить... Короче, второй, по-моему, да? Или нет, второй был Silent Hill Park. Тут третий, а на втором вопросе...
первый Уолтер Салливан. Блин, а может это тут 010203 это вариант ответа? Так, и тут у нас первое Бахман, это сразу не то. Либо второе, либо третье. Что у меня со здоровьем? Все плохо. Просто ужасно. Хотя, возможно, я вообще ошибаюсь. Так, а все, я уже не войду, похоже. Я нажимаю на кнопки, но ничего не происходит. Ну и шут с тобой. Не больно-то и хотелось. Слушать внимательнее. Так, третий этаж. Блин. Я совершенно не знаю, куда идти. Так, ладно, поехали на второй этаж, короче, и там постараемся как-то вставить эти кольца к рукам применить. Блин, я в этом госпитале просто втыкаю, потому что я не знаю, что надо от меня, что хотят вообще. Не тороплю, вот такая игрушка, да? Так, М6, на М4, по-моему, ничего хорошего нет. Вот оно. Сюда, наверное? Что-то мне так кажется. Увы. Я могу их скомбинировать? Нет. Подожди. Ох уж это управление на аналоге, конечно, не очень удобно. Лично мне. Так, ну и на третьем этаже у нас есть... Блин, я не знаю, чел. Оно закрыто. И сюда мы наверняка применим свои кольца. Здесь картина женщины на двери. Вообще, говорит, очень странно, но часть рисунка на самом деле трехмерная и торчит наружу. То есть рука. Ну, вот сюда-то мы, наверное, наденем наши колечки. Так, первое. Ноль эмоций. А попробуем второе теперь. Все, открылось наконец-то. Фу. Ладно, повтыкали маленько. И куда мы попали? Хорошо, что это такое вообще? Записка на полу. Вроде внутри что-то, что очень сложно прочитать. Я забрал ключ директора. Тот, который подходит к музею. Я спрятал его позади молящейся женщины, когда выходил наружу погулять. Ну, то есть его выгуливали там в этом садике, похоже. Я подобрал его, но я не украл его. Я не криминал. Ну, как тебе сказать? По-всякому. По-всякому может твой поступок растянить. Так, что это вообще? Куда мы спускаемся? Это мы, получается... А, все понятно. Это мы около лифта идем. И отсюда мы сможем спуститься. Так, на первом этаже мы все равно тут были, поэтому смысла особого нет. Единственное, я бы хотел... Нет, не пускают. У-у-у, что-то совсем печально. Я думаю, это не самое лучшее место.
Так, это чё? Чё это за место такое? Тихо. Ой, ебана мать. Валим, 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 Мария, валим. Мария, за мной, давай, беги. Капец, а вон он сзади. Давай, давай, да беги ты уже. Капец, что там вообще? Run for your life. Каждый сам за себя. Давай, 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 пошло. Капец. Открывай. Нет, Джеймс. Мария. Это можно было не переводить. Капец. Я знал, что это произойдет. Я не хотел вам спойлерить. Печально, конечно. На самом деле, давайте я вам теперь поясню, кто такая Мария. Марии не существует на самом деле, как и все практически в этой игре, это порождение Silent Hill. Марии это... Как это сказать? Ну, в общем... Что-то совсем нехорошо. Это на третьем этаже, что ли? Мария — это как пошлая, извращенная версия Мэри. То, что в ней там хотел в своих сексуальных фантазиях увидеть Джеймс. Поэтому она такая распутная, такая открытая. И мы, собственно, на втором этаже, где мы еще не были. То, что Мария погибает, это... Джеймс так корит себя. Ладно, дальше уже будут спойлеры. Внезапно, в один момент, я прекрасно вспомнил весь сюжет второго Silent Hill'а. Именно после того, как погибла Мария. Но вам его рассказывать не буду. А сюжет совсем непростой. Так, мы сможем выйти? Нет. С этой стороны тоже не открывается. И тут то же самое, да? Так, хорошо. Печальный момент, на самом деле. Это единственный человек, который с нами тут хоть как-то общался. Хотя странностей хватало, конечно. Так. Я так чувствую, что мы уже сейчас выберемся отсюда. Ничего. Он тот, кто недостаточно болт. Болт, я не знаю, как переводится. Но болт — это лысый, вообще он тут не подходит. Тот, кто недостаточно лысый, чтобы глазеть в бездну. Недостаточно лысый, и чтобы заглянуть внутрь самого себя. Ну, явно не лысый, понятно. Дайте мне, пожалуйста, в комментариях перевод этого слова, другое его значение. Правду можно познать, лишь идя вперед. Следуй карте. Здесь есть письмо и что-то еще. Инструмент. Хорошо. Нам нужно мексиканский ресторан. И в Rosewater Park. Вообще нам нужно вон туда. То есть оттуда мы уже отправимся на тот курорт, куда мы хотели попасть. Так, хорошо. И теперь мы можем выходить. Я надеюсь, сам город по себе получше себя будет чувствовать. Лора. Лаура. Еще ее спасать. Книги о медицине. Так, хорошо. Что еще мы тут упустили?
Все похоже. Ну да. Мария мертва. Я не смог защитить ее. Снова. Я ничего не могу сделать, чтобы помочь. Лора куда-то убежала. Мэри, что я должен делать? Ты правда меня где-то ждешь? Я собираюсь найти Мэри. Это единственная вещь, в которую мне осталось верить, надеяться. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии пойдем. Что-то я уже вижу, что местный Silent Hill не очень такой хороший. И, судя по всему, тут будет достаточно страшно. Надеюсь, вам понравилась эта серия, несмотря на то, что здесь было очень много непонятного. Но, по сути, мы справились. И в следующей серии, я думаю, уже двинем... Куда нам там поближе будет? Ну, в общем, тут много куда пойти. Я хочу взглянуть еще раз в этот бар. По-моему, там должно что-то быть. Не знаю, посмотрим. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.